«Живе Беларусь». И вот сегодня 12 ноября 2021 года, не тот годовщина с дня убийства Романа Бондаренко, современного героя Беларуси, но и 25 лет со дня гибели, убийства Анатолия Майсеня, который погиб в подстроенной режимом Лукашенко дорожной аварии, так как бывший министр внутренних дел, который выехал на место трагедии, фактически заявил, что это была подстроенная авария и фактически убийство. Этим министром был Юрий Захаренко, который сам впоследствии, спустя 3 года после этого заявления, тоже исчез, тоже был убит режимом Лукашенко. И вот многие из живущих сейчас в Беларуси отсчитывают злодеяния Александра Лукашенко, самозванца, буквально с 2020 года. Но мы видим, что уже в 1996 году, в прошлом тысячелетии, в 90-х годах, уже Лукашенко тогда убивал, уничтожал различными способами своих оппонентов. Хотел бы выразить свои слова поддержки, сострадания, даже спустя уже 1/4 века, родным, близким, которые живы, друзьям и просто белорусам, по поводу этого убийства Анатолия. И пожелать нам как можно скорее, чтобы поменялась власть, и все вот такие вот убийства режима Лукашенко стали достоянием общества и нашли наказание тех, кто их исполнял, самое главное, кто их заказывал, потому что многие из исполнителей вряд ли уже будут найдены живыми. Вечная память, Царство Небесное, живе Беларусь!